Из-за продолжающегося карантина в мегаполисе бизнес ухищряется в приемах конспирации, работая в ночное время и принимая десятки гостей. В полумраке и при свечах с игнорированием всех санитарно-эпидемиологических норм посетители создают условия для распространения коварного вируса. Только за минувшую ночь в Медеусском районе было проверено 32 объекта МСБ, и в 5 заведениях выявлены нарушения. Хотелось бы отметить, что последние 2 недели проводятся усиленные меры по проведению мониторинг-групп, работаем мы. Касательно, созданы 32 мобильных групп по городу. И 16 мобильных групп находятся в одном районе, и они отрабатывают полностью один район. После чего переходят в другой район. В большинстве заведений элементарно отсутствуют дезинфицирующие средства, а персонал не пользуется масками и перчатками. О социальной дистанции говорить не приходится. Удивляет и тот факт, что правонарушителей не смущает появление мониторинговой и съемочной групп. В этом заведении также были нарушены все санитарные нормы и карантинные ограничения. Вот, допустим, в этой комнате разом сидело 24 человека, не соблюдая социальную дистанцию и находясь абсолютно без масок. Вот вы скажите, почему гости задержались? Слушайте, ну как бы да, такой момент случился. Как бы. У нас прочие услуги, кафе, у нас не, мы не работаем круглосуточно. Гостей рассчитали в 10 часов еще. А в этом игровом интернет-клубе после полуночи насчитывалось по меньшей мере 50 игроманов. Расходиться никто не спешил, несмотря на присутствие проверяющих. Лишь спустя время гости хоть и неохотно, но согласились покинуть помещение после нелепых отговорок. Я учусь ночью. Ночью учитесь? Да, я в Америке учусь. А вот коронавирус заразиться вы не боитесь? Ну, вакцина американская. Нет, а вы уже прививались? Да. Но я и болел. Физлицам за несоблюдение антивирусных правил придется раскошелиться на 83 тысячи тенге. Для МСБ тоже предусмотрен штраф от 600 до 800 тысяч тенге. А вот для крупных предприятий общепита административное наказание равняется 4,5 миллионам в национальной валюте. По словам членов мобильных групп, предприниматели зачастую оплачивают штрафы с 50% скидкой и продолжают нарушать карантин. Время на часах уже 11, а веселье в этом заведении и в самом разгаре. На призывы сотрудников отключить музыку никто не реагирует. И абсолютно никто не идет на контакт. Сотрудники полиции убедительно рекомендовали присутствующим покинуть заведение. Но сначала проверяющим пришлось потребовать с нарушителей объяснительную и составить на них протокол. К сожалению, на сегодняшний день количество работающих объектов по выявлению не уменьшается. Единственное, некоторые материалы уже направляются в суд. В некоторых объектах приостанавливается деятельность. Это уже по решению суда. Кому-то дается месяц, кому-то 2 месяца приостановления деятельности. На фоне роста числа инфицированных коронавирусом мониторинговые группы из числа сотрудников Акимата, полицейских и членов Национальной палаты предпринимателей «Атамикен» будут и дальше проводить рейды по объектам бизнеса. Поскольку места массового скопления людей, рестораны, кафе, игорные заведения, ТРЦ и базары были и остаются основными очагами заражения COVID-19. Всего же за последние несколько месяцев за несоблюдение карантинных мер в Алматы предприниматели оштрафовали на сумму более чем 96,5 миллионов тенге. Рядовые же горожане выплатили более 46 миллионов тенге. Роман Нощенко, Арсен Сандыбаев, телеканал «Алматы». Во дворце школьников чествовали лауреатов премии «Жомарт Жюрек». Проект разработан Министерством информации и общественного развития в рамках программы «Рухани Жангыру». Всего на городской этап конкурса подали заявки больше 30 человек. Каждый из них внес свой вклад в развитие различных сфер мегаполиса. В итоге экспертная комиссия отобрала 7 лауреатов. Одна из них – Айнур Жумаш. Она стала обладательницей в номинации «Меценат года». Бизнес-вумен занимается благотворительностью, оказывая спонсорскую помощь талантливым детям. Меньше мангзды был мангзды. Эта награда для меня очень ценна, потому что значит, что мой труд почтили. Вся моя работа была проделана для развития нашего города, и я на этом не останавливаюсь. Буду и дальше работать во благо народа. А вот Дельмира Блац руководит волонтерским движением «Лидер Кейзет». На счету ее команды больше 1000 найденных без вести пропавших. Во время пандемии она вместе с активистами обеспечила продуктами более 2000 нуждающихся. Женщину с большим сердцем наградили в номинации «Ирен Еректелек». Это не работа, это зов души. Я, как и раньше говорила, это наш зов души, кто, если не мы. И эта победа, это не моя победа, это победа моей команды, нашего лидера. Также будем искать, также будем помогать и малоимущим, и искать без вести пропавших.
планы только такие, только вперед. Бибинур Ширалиева, будучи руководителем волонтерского штаба социального дома «Рахым», помогает многодетным матерям. В конце декабря щедрая женщина планирует воплотить в жизнь большой соцпроект и открыть еще один социальный дом. Многодетные матери, они сами нуждаются в помощи, но несмотря ни на что, когда наступила пандемия, они готовы были выйти, невзирая ни на что, не побоялись. Естественно, мы хотели помочь своему народу. Мы не думали о том, что мы можем заразиться или заболеть. У нас в первую очередь стояло, как мы смогли бы помочь людям. Вот была наша цель. Все эти номинанты такие разные, но объединяет их одно – желание всегда протянуть руку помощи нуждающимся. К слову, цель самой премии – продвижение идеи благотворительности и меценатства. Теперь лауреаты всех 5 номинаций смогут принять участие в республиканском этапе конкурса, который состоится в Нур-Султане. Рамина Мирзалимова, Гани Калуев, телеканал «Алматы». Государственный оперный театр имени Абая продолжает радовать поклонников искусства долгожданными премьерами. В канун зимних праздников алматинцы смогут посмотреть знаменитый балет «Корсар», который в последний раз был поставлен на сцене оперного театра в 1996 году. Как говорит ведущий солист театра Рахим Даиров, захватывающий сюжет балета настолько красочен и динамичен, что он точно никого не оставит равнодушным. Мы собирали картину в целом. Это новые декорации, новые костюмы, новая постановка была для нас. Мы учили адажио, вариации. Балет «Курсар» считается жемчужиной в копилке мировой музыкальной классики и входит в золотой фонд мирового балетного репертуара. С момента первой постановки «Курсара» на мировой сцене прошло более 160 лет. Сегодня существует около 5 вариантов оркестровок балета «Курсар». Как отметили в ГАТОБе, в этой постановке можно будет по-новому услышать звучание оркестра. Данной постановке нашей мы решили взять иную оркестровку, использовать другую оркестровку, во-первых. Во-вторых, у нас есть в сидячем антракте у нас будет антракт музыкальный. Море, буря, прекрасные наложницы, невероятной красоты восточный рынок. Всех зрелищ в балете «Курсар» не перечислить. История, полная приключений и интриг, была воплощена в жизнь под руководством народной артистки Казахстана Гульжан Туткибаевой. Мы сделали свою редакцию. Мы основные фрагменты, конечно же, оставили. Классические ПДД, вариации, так любимыми нашими артистами и вообще уже известными, как она считается, мировая классика. А вот все остальные танцевальные фрагменты, танцы, драматургии, танцевальные мизансцены, переходы и так далее, мы сделали как бы свой вариант. «Бессмертный курсар» – это балет для любого возраста. И уже с сегодняшнего дня алматинцы могут порадовать себя просмотром долгожданной премьеры. Татьяна Ким, Сагентай Мунальпасов, телеканал «Алматы».